Мы тут тесно сотрудничаем с Украинским Красным Крестом по программе ваучеров. Это выдача ваучеров для переселенцев из Донецкой и Луганской области. Эти ваучеры, они действуют во всех супермаркетах фирмы Роста и аптеках. Это аптечные и ваучеры для супермаркета. Продуктовые ваучеры, они на 600 гривен и аптечные на 300. В принципе, люди получают эти ваучеры ежемесячно, но поскольку некоторые из них живут далеко, мы стараемся для них это делать как можно проще, и вполне возможно, что они сразу получают вот 3 ваучера на 3 месяца. Эта ваучерная программа финансируется немецким правительством. И сама вот работа выдачи ваучеров, это, конечно, делают вот волонтеры Украинского Красного Креста. Молодые люди, которые очень преданные и уже третий год работают. Это новая программа, это замороженный конфликт называется. Это как раз на 2,5 года рассчитано. У нас есть разные категории бенефициаров, и они все, в принципе, обращались к районным комитетам Украинского Красного Креста. И мы, конечно, стараемся выбирать из них только вот самые уязвимые. И у нас в списке находится 5000 человек, которые являются нашими бенефициарами. И это разные категории. Это, например, пенсионеры, это матери-одиночки, это люди, которые инвалиды. Мы, конечно, взяли интервью у наших бенефициаров, и оказывается, что именно вот эта ваучерная программа, продуктовые и аптечные ваучеры, они их вполне удовлетворяют. Вот. Они могут сами покупать то, что им надо. Это не мы решаем, вот какие-то предметы им передать, а просто они сами выбирают то, что им нужно. И оказывается, что, в принципе, без претензий пока.